Сейчас мы научимся читать гласные во втором типе слога. Как его распознать? Очень просто. За гласной, которую мы хотим прочитать, стоит согласная и еще одна гласная. В более редких случаях эти слова состоят из двух или трех букв, где всего лишь одна гласная, и она стоит на конце. Обычно во втором типе слога на конце стоит еще одна гласная, которая не читается. Это гласная «и». Она является атавизмом от окончаний, которые когда-то были давно в английском языке. Кто учил немецкий, тот знает, что в окончаниях немецкого языка во множественном числе есть «и» или «ин». Вот это и есть тот самый остаток. На сегодняшний день окончание «и» не читается, но несет очень важную функцию, поскольку показывает, что гласная за одну согласную до нее читается по второму типу слога, то есть как в алфавите. Начнем с первой гласной. Первая буква алфавита «эй» будет читаться так, как она читается в алфавите. «Эй». Почитаем следом за мной. Name. Fame. Same. Lame. Game. Tame. Mate. Gate. Rate. Bait. Fate. Late. Bail. Mail. Dale. Tail. Gale. Fail. Sake. Bake. Take. Cake. Lake. Fake. А теперь стараемся перенести звуковой образ на бумагу. Все слова, которые я буду диктовать, очень похожи на те, которые вы сейчас читали следом за мной. То есть там согласная, потом гласная «эй», еще одна согласная и нечитаемая «и» на конце. Вот такая схемка вам будет помогать. Вначале вы напишите какую-то согласную, которую слышите, потом букву «эй», потом еще одну согласную и букву «и», которая не читается, на конце. Приготовились? Пишем. Main. Fame. Mate. Rate. Sake. Cake. Take. Make. Bake. Same. Fail. Vain. Gate. Wake. Cave. Cane. Late. Tail. Tape.
feet. Break. Ape. Tape. Plate. Safe. Следующая буква – буква И. В открытом типе слога она встречается не очень часто. В основном это местоимение. He, she, we, these. Это определенный артикль the. Однако он в основном встречается у нас в безударной позиции. Но если мы делаем на нем ударение, то читать его будем the, а вовсе даже не the. Кроме этого, это глагол be – быть. А теперь потренируемся читать на следующих словах. Pete. Peter. Steve. Bead. Theme. Scene. Eve. Meter. Cedar. Теперь переходим к чтению буквы I и буквы Y. Обе они во втором типе слога дают звук I. Но хотя они дают один звук, буква Y в середине слов почти не встречается. Во втором типе слога буква Y будет встречаться на конце слов. Это будут односложные слова, состоящие из двух или трех букв. Например, читаем следом за мной. Buy. My. Cry. Try. Fry. Dry. Pry. Sly. Иногда, очень редко, можно встретить Y в середине слова. Например, обратите внимание на эти слова. Style. Dike. Size. Type. При этом только слово style и слово type будут встречаться вам в реальной жизни. Теперь поработаем со словами, где в середине стоит буква I во втором типе. Читаем все слова со звуком I. File. Tile. Fine. Dine. Ride. Side. Pipe. Ripe. Drive. Wife. Mile. Pile. Lime. Crime. Gribe. Stripe. Bride. Bribe. Pride. Strife. Теперь напишем слова, где в середине стоит буква I. Пишем по следующей схеме. Согласная, буква I, еще одна согласная, на конце нечитаемая буква I. Взяли за ручки, начали. Ride.
Bride. Side. Mine. Wine. Line. Mile. Size. Kite. Hine. Nine. Five. Wife. Fine. Time. Кстати, запомните, что буква S, когда стоит между гласными, дает звонкий звук Z. Например, rise, wise. Теперь переходим к чтению буквы O в открытом типе слога. Буква O дает звук O, если стоит во втором типе слога. Читаем следом за мной. Pole. Poke. Hold. Pout. Pawn. Home. Cope. Rope. Lope. Mope. Scope. Dope. Bone. Cone. Zone. Pawn. Don. Moan. А теперь пишем слова следующим образом. Согласная O, еще одна согласная, на конце нечитаемое I. Взяли ручки, пишем. Nose. Hose. Zone. Cone. No. Bone. Mold. Modal. Pole. Close. Close it. Tone. Stone. Alone. И, наконец, буква U. Буква U во втором типе слога читается U. Тренируемся. Читаем следом за мной. Use. Muse. Fuse.
cute, mute, cube, tube, fume, Hume, huge, mule, dune, tune, tuna, sue, student, pupil, computer, tulip. При чтении буквы «ю» обратите внимание на три согласные. Если буква «ю» в открытом типе слога стоит после букв «r», «j», «l», то она читается уже не «ю», а долгим звуком «у», потому что в силу артикуляции этих согласных просто неудобно читать «ю». Итак, тренируемся. Читаем следом за мной. Руз, Брус, Рун, Прун, Руд, Круд, Пруд, Брут, Плюм, Флют, Флюк, Джут, Джун, Джулай. Научиться читать гласные во втором типе слога – дело нехитрое. Теперь мы научимся отличать чтение одной и той же гласной в разных типах слогов. Например, в первом и во втором. Начнем с буквы «о». В первом типе слога буква «о» читается «о». Во втором типе слога буква «о» читается «о». Читаем попарно. Босс – броуз. Лос – клоуз. Not – note. Mop – mope. Mock – smoke. Cod – code. Nod – node. Cross – rose. Hop – hope. Cock – coke, stock, stoke, rod, road, blob, lobe. А теперь беремся за ручки. В левую колонку пишем слова со звуком о. Согласная, гласная о, еще одна согласная. В правую колонку пишем слова со звуком о. Согласная, о. Еще одна согласная, нечитаемая и на конце. Начали. Not. Stop. Road. Lobe. Lot, close, hop, mope, coke, rod.
Теперь проверим. В левой колонке со звуком О были следующие слова. Not, stop, lot, hop, rod. В правой колонке слова со звуком О. Road, lobe, close, mope, coke. Теперь поработаем с буквой A. В закрытом типе слога, в первом, она дает звук «э». Во втором типе слога, в открытом, звук «эй». Читаем попарно, следом за мной. Начали. Pen, pain, can, cane, Sam, same, tram, tame, man, main, met, mate, back, bake, tack, take, shack, shake, glad, glade, hat, hate. Теперь пишем. В левую колонку записываем слова со звуком «э» по схеме. Согласная, гласная «эй», еще одна согласная или две согласных. В правую колонку пишем слова с буквой «эй» в открытом типе слога. Во втором – согласная, «эй», согласная, нечитаемая «и» на конце. Bade, flat, late, make, mess, trees, shell, shale, main, pain, Ben, men, dame, dam, cage. Cab, проверяем себя. В левой колонке со звуком «э» следующие слова. Bat, flat, mess, shell, pen, man, dam, cab. В правой колонке вот эти слова. Bade, late, make, trace, shale, main, pain, dame, cage. При чтении у нас не будет сложности отличить звук «а» и звук «ай». Однако при восприятии бывают различные неожиданности. Для того, чтобы их избежать, сейчас мы научимся обозначать звук «а» при помощи буквы «ю» в первом типе слога, а звук «ай» при помощи буквы «ай» во втором. В левую колонку будем писать слова со звуком «а» и буквой «ю» в первом типе слога. Согласная, «ю», согласная. В правую колонку будем писать слова со звуком «ай» и с буквой «ай» во втором типе слога. Согласная, «ай», согласная, нечитаемая «и» на конце. Начинаем. Fun,
fine. Bun. Bine. Cut. Kite. Lug. Like. Duck. Dyke. Nut. Nike. Hug. Hike. Sub. Side. Rub. Ride. Tub. Tide. Hug. Pine. Mud. Mine. А теперь проверим. В левой колонке у вас следующие слова. Fun. Bun. Cut. Lug. Duck. Nut. Hug. Sub. Rub. Tub. Hug. Mud. А в правой вот эти слова. Fine. Bine. Kite. Like. Dike. Nike. Hike. Side. Ride. Tide. Pine. Mine. А вот теперь необходимо набрать скорость в чтении. Это достигается за счет практики. Выполните, пожалуйста, все задания после этого видео. Сейчас вы обладаете знаниями и некоторыми умениями в чтении первого и второго типа слогов. Это уже немало. Удачи!